Бункер Гитлера. 30-й день карантина. Честное слово, меня уже задолбал этот карантин. Ну что, Монке, давай-ка мы с тобой на улицу мусор вынесем, что ли? Мой фюрер, я уже вынес мусор. Тогда давай в аптеку сходим. В аптеку тоже сходил. Ладно, хрен с ним, тогда давай в магазин сходим за продуктами. Я уже сходил в Магнум. Так какого хрена ты меня не позвал, долбоёб? Я не думал, что вы согласитесь. Да ёб твою лысый, ты что, баба, чтобы не думать? Что мне теперь делать весь день? Мух ебать на столе! Если вам скучно, то давайте попробуем взять 42 тысячи, обещанную помощь государства. Чтобы получить эти деньги, ты сначала должен пройти 9 кругов ада, затем открыть счет. Потом принести жертву единорога, сдать ДНК своего клона и свою сперму на всякий случай. Тогда, возможно, тебе дадут деньги, и то не факт. Хрен с ним! Лучше скажите, как детишки обучаются онлайн. Это высшая форма сумасшествия, не то что дети, я уже сам заебался учиться. Это напиши, то нарисуй, на шесте стриптиз танцуй. Так, хорош. Я уже заебался, пока тебя слушал. Короче, у меня есть план, как сходить на шашлыки. Какой еще план, мой фюрер? Наши бункеры соединяются подземными тоннелями. Через них можно выйти за город, и там устроим маевку. Но там находится блокпост. Военные и полицейские проверяют у всех пропуск. Короче, принимают жесткие меры в связи с пандемией. Это не пандемия, а ебения какая-то. Наверное, скоро нам чип запихнут в жопу и будут штрафовать за каждый пук. Блять, во Второй мировой и то было получше. Лишь бы эта хуйня поскорее закончилась. Мой фюрер, забыл вам доложить. По городу ходят страшные слухи о том, что карантин могут продлить. На месяц или же на год. Ай, щищень, ёб твою мать, блять! Дайте мне атомную бомбу! Взорву эту ебучую планету со всеми людьми нахуй!